Карамба ТВ представляет. Быстрее, быстрее, быстрее! Мои обожаемые геймерятушки! Забегаем домой, отогреваем задубевшие носы и уши, а то как же вы услышите новый выпуск новостей игровой индустрии, который я вам приготовил на медне. Усаживайтесь поближе к мониторам, сейчас будет жарко! CD Projekt выпустила первый трейлер к своему киберпанковому ролевику Cyberpunk 2077 с бронебойными тёлками и распиздяйскими очками. Rockstar вконец разошлась и собирается запилить в GTA 5 прорисованную карту морского дна с акулами и древними цивилизациями. Square Enix 2 года пыталась скрыть страшную тайну. В Tomb Raider появится мультик, где можно будет делать противнику подлянки. Activision, как истинный слоупок, официально анонсировала дополнение к игре Call of Duty Black Ops 2 после того, как вся инфа утекла в сеть. Кен Левин что-то активно мутит с Bioshock Infinite. Игра будет настолько же шутерной и длинной, как и предыдущие части. Capcom выпустила новый ролик игре Remember Me, в котором разработчики-феминисты решили надавать по щам накачанным дядькам из спецотряда Нео-Парижа. Альберт Хьюз решил, что герои в футуристичных костюмах тоже могут идти на попятную. В новом ролике Crysis 3 режиссер показал войну на Уолл-стрит. И напоследок свеженькие релизы уходящей недели. CD Projekt представила дебютный трейлер к игре Cyberpunk 2077. Не в ебенности, конечно, ролику не занимать. Но все же фанаты творчества пшеков ждали хоть какой-нибудь детальной информации об игре. А придется вытягивать из ролика инфу по ниточкам. Вероятно, CD Projekt представит нам некую пуленепробиваемую телочку в труселях в качестве главного героя. И, вероятно, эта телочка нихуиски поднасолила властям, за что ее жестоко обстреляли из всех доступных киберпанков технологий. Затем напялили на нее очки и на этом трейлер заканчивается. Что примечательно, разработчики все же удосужились анонсировать дату релиза. Приготовьтесь, игра выйдет, когда будет готова. Неожиданный поворот событий, да? Все дружное сообщество игроманов не устает удивляться, откуда у Rockstar такая нехуйственная гигантомания. Сначала разработчики рассказали, что Лос-Сантос будет в несколько раз больше городов предыдущих серий. А теперь стало известно, что товарищи заодно решили прорисовать и морское дно, населить морские пучины акулами и даже свидетельствами существования древней цивилизации. Видимо, цивилизации эти не пережили пророчеств майя. Опубликованные скриншоты тому — лишнее доказательство. Нахуя кататься в миниатюрной подводной лодке, если в море нет ничего, кроме воды? Нахуя напяливать костюм водолаза, если не кормить акул? Некоторые товарищи свидетельствуют, что в море будет целая вереница миссий. А пиздохуенчик! Целых 2 года команда Square Enix скрывала от нас правду. Как последняя падла ныкалась и выкручивалась. И только сейчас призналась, в Tomb Raider появится мультиплеер. Причем вполне себе адекватный мультик, который многим придется по душе. Основной целью в мультике, как и в одиночной игре, будет выживание, групповое размножение и групповое изнасилование. Помимо простой стрельбы друг по другу, игроки смогут также расставлять примитивные ловушки. Некое хитро выебанное племя коренных обитателей острова также постарались и приготовили игрокам свои подлянки в виде шипов и стен, петель и взрывчатки. Как неудивительно, в одном из режимов под названием Rescue геймерам придется собирать предусмотрительно разбросанные на необитаемом острове аптечки, чтобы залечивать своих друганов. Видимо, чудища заморские все же существуют.
отложите все свои дела. Ведь сейчас начнется уголок идиота. Передача специально для вас, мои маленькие детишки. Дяденька, объясни, плиз, если продадут THQ, есть ли риск для метро 2033? THQ не продают, мой маленький задрот. Это THQ распродает свои игры и студии, дабы рассчитаться с кредиторами, которые только и думают, как бы забрать свое бабло. И, судя по всему, ситуация пиздец какая плачевная, раз компании пришлось выставить на аукцион передовые серии и студии. Что же касается метро 2033, ему ничего не грозит. Шутер уже давно вышел и успел всех заебать. А вот метро «Последний свет» может оказаться в попе. Если THQ не сможет продать собственности на каких-то там 60 миллионов долларов. Издателю впору открывать страницу на платформе Kickstarter, чтобы выдурить у игроков бабла на завершение серии. Дяденька, а что там слышно про Fallout 4? Специально для тебя! На этой неделе некий товарищ, который озвучивал одного из диджеев на постапокалиптическом радио Fallout 3, слил инфу через Twitter. Собственно, слил он совсем нихуя. Лишь намекнул, что скоро фанаты смогут вновь услышать творчество диджея Three Dog, и беседка позволила ему первому потроллить фанатов. Некоторые особо пиздоболистые утки накрякали, что действие четвертой серии Fallout будет развиваться в Бостоне. Причем яйцеголовый-то мой любитель новинок. По слухам, беседка провела все необходимые исследования и в настоящий момент активно пилит Fallout 4. Ну, все, можно двигаться дальше. У Activision появилась новая традиция: сначала светить дополнения на левых ресурсах и только потом анонсировать их. А ты вступил в ряды настоящих слоупоков? Как обычно, фантазии у разработчиков хватило лишь на создание нескольких карт и одной пушечки. Целых, блядь, 4 карты для стандартного мультика. И аж, блядь, целая одна карта для зомби-режима. Неожиданный ход разработчиков заключается в том, что игрокам дадут поиграть за зомби. Новый режим под названием Chaunt позволит ударяться оземь, обращаться в зомби и пытаться сожрать мозги других игроков-мозгофилов. Издатель решил в этом году не шокировать игроков обилием дополнений и будет потихонечку выпускать одно за одним, чтобы никто не успел догадаться, что их опять... наебали. Ген Левин поделился данными о длительности Bioshock Infinite. Странно, но Левин почему-то ответил уклончиво, отмечая, что Infinite будет по крайней мере соизмеримым по длительности с оригинальной серией. То ли Левину стыдно, что его фантазии не хватило на парочку дополнительных часов, то ли ему уже глубоко похуй, и он просто спрыгивает. На вопрос фанатов, схуяли в роликах показывают так много стрельбы. Схуяли, товарищ креативный директор решил обратить стимпанковую серию в гребаный шутер. Левин опять же ответил уклончиво. Типа в первых играх стрельбы было столько же. Отъебитесь! Как бы то ни было, радует одно. Bioshock Infinite будет работать как на DirectX 11, так и на DirectX 10. А значит, устанавливать семерку не придется. Capcom вдогонку Новому году выпустила новый ролик к игре Remember Me. Судя по ролику, научно-фантастическое будущее, придуманное феминистами из Dontnod, будет действительно темным. Одна дохленькая тёлка будет хуярить сразу трех крутотецких мужиков из спецотряда, а потом еще и наваляет пиздюляторов жирному куску мяса, помешанному на рестлинг-шоу. Учтите, что при всем при этом, в лучших традициях мыльных опер, тёлочка страдает амнезией и не помнит даже, кто она такая. По крайней мере, в самом начале игры.
Тем не менее, это не мешает ей успешно использовать кунг-фу, джиу-джитсу, карате и прочие учения тибетских монахов. Вероятнее всего, что в будущем спецслужбы настолько обожрутся пончиками, что у них даже мозг заплывет жиром. Стереть из памяти одной из самых опасных охотниц за воспоминаниями. Ее личность они не забыли. А вот владение паркуром, скалолазанием и рукопашным боем — это как-то они приебались. Как говорил один умный дядька: «Вы ебанутые!» Альберт Хьюз продолжает радовать игроков трейлерами Crysis 3. На этот раз режиссер решил отправить непобедимого пророка в невъебенном нано-костюме на попятную. Действие ролика развивается на легендарной улице Уолл-стрит, где корпорация Shell зарыла источник своей силы. Хьюз озаглавил третью серию видео «7 чудес Crysis 3» как причина и следствие. И если вы не догадались, где же там причина, а где следствие, сейчас объясню. К примеру, вертолет, пролетающий мимо, причина. А ракета прямо в лобешник пилоту — следствие. Ибо нехуй летать на вертушках перед охуенными дядьками в нано-костюмах. Новогодние праздники благополучно заканчиваются, и самые стойкие потихоньку выползают из спячки и похмелья. А значит, самое время выпускать новые игры и дополнения. Ubisoft решила запилить новое дополнение к игре Assassin's Creed 3. Если вы ждали супер-распиздастого апдейта с королем Вашингтоном, то жестоко обломаетесь. На этот раз создатели выпустили новый контент для мультиплеера, включая 3 новые карты и 3 новых персонажа. Среди них городок Чарльстаун в огне, Святой Пьер и форт Святого Матьё Матьева. Что же касается персонажей, ими станут Комендант, Койот и Горец Дункан Маклауд из клана Маклаудов. Пользователи консолей уже могут наслаждаться новым контентом, а писюнам придется подождать до 15 января. Firaxis Games не смогла спрятать от фанатов серии вырезанные за время разработки фичи. Ушлые геймеры раскопали порезанный контент и... разработчики так и решили добавить несколько опций по просьбам надоедливых игроков. Среди них большей части появится усложнение себе жизни во всех различных формах извращенства. Дополнение ориентировано на самых задротских задротов, которые успели пройти игру целиком и жаждут новых испытаний. Дополнение можно скачать абсолютно бесплатно. Пока большие издатели спят, маленькие игры продолжают появляться из-под крыла независимых разработчиков. Kentucky Road Zero — атмосферный приключенческий квест из разряда загадочных и нудноватых гулек с темным оформлением и духом вестернов на этой неделе явил себя миру. Игрокам предстоит страдать всякой хуетой, дабы попутешествовать по нулевой автостраде, дабы скоротать свое путешествие. Как ни удивительно, но поебаться придется долго, а ведь так хотелось всего-то доехать до пункта назначения побыстрее. Для тех, кто не наигрался в Alien Shooter, немецкие разработчики решили выпустить загрейдженное подобие шутера. История проста. Некие ученые изобрели некий химикат, который неким невообразимым образом привел к апокалипсису. И теперь игрокам необходимо выяснить, чё за хуйня? Разработчики предлагают десяток различных карт с 2 десятками различного оружия, гаджетов и прочей хуеты, которая должна помочь выжить против ебучей орды монстров. Также в игре присутствует система апгрейдов и всяких прочих няшек. Специально для любителей мультика есть кооперативный режим для 4 игроков. Заебись! Чётко! Oh!
что, отогрелись, дорогие мои? Значит, моя mission accomplished. Для получения ачивки не забудьте подписаться на канал, натыкать лайков под видео, а также зайти на gamebomb.ru за новыми скриншотами, трейлерами, обзорами, видео, стримами и всякой разной другой няшки, которая у нас имеется. Запомнили? Тогда я пошел. До скорых встреч!